Нет. Чего? Нет ходить. Дай водка, будет ходить. Я похож на трактирщика? Нет, водка, нет ходить. Хватит! Не надо драка, быть слушаться. Ты пьян. Водка хорошо. Голова больна. Разум не больно. Разум без причины не болит. Бабу мою убивали. Хорошая была. Мясо готовила. Кто ее убил? Не знаю. Сидел на мосту. Пошел к логову. Мясом не пахнет. Баба лежит без голова. Надо пить. В корчму не идти. Люди убьют. Надо пить. Если я найду, кто убил твою бабу, перестанешь пить? Не найдешь. У меня здесь друзья. Поговорю с ними, там посмотрим. Откуда у тебя эта голова? Купил. Целое состояние отдал, но оно того стоило. В Бендюге ни у кого тролячьей башки нет. А кто тебе ее продал? Димитр. Другим к троллю в логово залезть храбрости не хватит. И как найти этого Димитра? Понятия не имею. Но по вечерам его дружки ошиваются в корчме. Я хотел бы купить у тебя эту голову. Да не в жизнь! Башка моя! И хрен тебе по всей морде! Я хорошо заплачу. Или, может, хочешь ее на что-нибудь сменять? А давай ее в кости разыграем. Если, конечно, продуть не боишься. Спасибо, ты мне помог.
Ты хороший игрок. Возьми свои деньги. Я бы взял голову троллихи. Все здесь уселись, но, стало быть, слушайте. Не... Есть другая. Спас... Не... У вас... Ну, в лесу, рядом с речью. Он стал... Да от него пользы больше, чем от Лоредо. Вина не пьет. Приветствую. Что это там? Не... Что, да умный, да? Приветствую. Прошу. Приветствую. Морду ему бей! Ты работаешь на Димитра? А ты кто такой? А то знаешь, деловой, я уже запутался, кто тебя прислал. Это баба, ребята на Пиштахе или сам Лоредо. Говори живо. Я слышал, вы добыли на охоте тролля. Не твое собачье дело. Слышал о мяснике из Блавикина? А кто о нем не слышал? Говорят, он с одного удара может нутро вскрыть. Это точно, я могу. И если ты мне не скажешь, где сейчас Димитр, я по стенам твои кишки развешаю. Ладно, ладно. Говори. Димитр торчит на кладбище, рядом с этой задрипанной деревней. Видишь? Ведь можешь, если захочешь. Тропинки по лесной. Смотри, что делаешь. Не, Лоредо догадается, что это обычный эльф, а не белка. Хрен он там догадается. Уши острые? Острые. Нарядим труп в зеленые тряпки, а Лоредо нам отвалит сотку. Он всегда столько за голову дает. Говорят, Малена берет еще больше. Выходит, стражников мочить еще круче, чем эльфов. Не хочу я больше слышать про эту суку, ясно? Продала нас, шмара. Ничего, скоро я с ней посчитаюсь. Не шибко ты ее ублажал. Нельзя девушку упрекать за амбиции. А этот жмурик кто такой? Положим его с нашей покойной белочкой. Какой ты шпик из Вызимы. Лоредо велел от него избавиться. А раз на нашей жмурне появились свободные места, надо пользоваться, покуда есть возможности. Не похож он на шпиона. Шпионы, когда мертвые, никогда сами на себя не похожи. Ага, надо будет его еще обыскать, прежде чем в землю уйдет. Ты Димитр. А твое, сука, какое дело? Тебе привет от тролля. Убить его! Без свидетелей! Ха!
Дать водки, краснолюд. Тебе водка совсем глаза залила. Зачем вернулся? Ты пьян. Водка хорош. Разум. Баб. Кто ее? Не знаю. Надо пить. Я нашел голову твоей жены. Никогда тебе этого не забуду. Я не забуду. Награду дам. Буду еще пить, или ты голова людишки-убийцы принести? Дать вот тебе в... За... Я наказал убийц твоей жены. Моей? На кладбище найдешь то, что от них осталось. Найду. Починишь мост? Починю. Только гляди, чтобы лапы не тряслись. Нет больше пить! Разум стал спокойный! Зачем вер... Тебе показалось, тролль, тут не...
Давай, сколько обещал. Получишь 100. Я договорился с тобой и с троллем. Он сдержал слово. Ты нет. У меня нет таких денег. Ты поищи. А если не найду? Тогда я поищу. Это разбой. На, подавись. Thank you.
сюда!
Почему мы не ловим настоящих преступников, господин ефрейтор? Тоже мне герой нашелся. Геральт из Риви! Что? Король Ведьмаков! Что задел? Маг королей! Давай, вы... Вы что-то отмечаете? Большую победу! Интересно. Мы уделали этого Вию Паттиса, или как его там? Фэн отрубил ему башку и приставил к заднице. Вы вели себя как скоты. А что, поиграть нельзя? Это ж деревянная кукла. Давайте лучше сыграем по-нашему. Точно! В ножички! Сыграешь со мной? С удовольствием. Пьянка против Ведьмака. Ребята, делайте ставки. 10-1 на Бьянку. Ведьмак, карта на стене. Победила Бьянка. Вот они, скоты, надругались. Геральт из Риви! Король ведь... Вы что-то отмечаете? Мы... Вы... Да... Кто... Сыг... Суд... Бьянка против ведьма... 10-1... Ведьмак! Весло на стене! Победила Бьянка! Геральт из Риви! Вы что-то отмечаете? Суд. Ведьмак! Весло на стене! Победила Бьянка! Геральт из Риви! Король Ведьмаков! Ведьмак королей! Давай, выпей с нами! Вы что-то отмечаете? Да кто сыграл? Суд. Ведьмак, карта на стене. Пьянка, бочка. Ведьмак, окоре. Пьянка, голова рыбы. Ведьмак, весло на стене. Геральт выиграл. Вот они, скоты! Надругались над статуей Вия Паттиса! Навилы их! Думаешь, что говоришь, смерть? В чем дело? Такое дело. Мы тут турнир затеяли. Метали ножи в нашего Вия Паттиса! Солдатня надругалась над богом нашим! Это не солдатня, а синие полоски. Знаешь, что это значит? Синие, зеленые, один хер! Сучьи дети вы! Ублюдки, все как один! Что ты сказал? Ты сказал то, что думаешь. И это правильно. Так и надо. Пиво этому отважному человеку. Выпей за мое здоровье. За здоровье ублюдка Вернона Роше. Вернон. Говеная посуда в этом вашем флотзаме.
недостойные героя, но у меня есть мыслишка. Жри с пола свое пиво, ублюдок угощает. Геральт, сделай что-нибудь. Постараюсь. Вернан. Оставь его, не нужно. Ты не понимаешь. Сегодня вам повезло, собаки паршивые. Убирайтесь отсюда. Пойду подышу. Ты слишком суров, Краше. Не люблю садистов. Понимаешь, у Вернана не было отца. И что? Он рос в нищете. Чтобы не умереть с голоду, его мать стала потаскухой. И иначе как ублюдком его не называли. Он очень плохо переносит это слово. Пойдем выпьем. Идем. Помните, как мы ждали подкрепления в пещере? Еще бы не помнить. С голодухи торф жрали. Вот это были времена. Так выпьем же за питательный торф. Как насчет небольшого состязания? Кто победит Геральта на руках, получит бочку пива. А если победит Геральт? Тогда я отдам тебе свой меч. Старый, не одну башку снес. Сейчас таких не куют. По рукам. У меня в горле пересохло. Налейте там кто-нибудь. А помните, я раз побился об заклад с лейтенантом, что оттрахаю четырех эльфок за раз. А он тебе сказал, что скорее мы верхом на шлюхах море переплывем. А я б смог. Ты-то сможешь. Да кто ж тебе даст? Ну что, начнем? Посмотрим, сумеет ли 13-й совладать с ведьмаком. А тебе, 13-й, придется еще потренироваться. Слабоват ты для ведьмака. Иди ты. Эй, налей кто-нибудь. А помните, как я однажды на коне на дуб въехал? Не припомню. А ты выпей. Глядишь, парень-то и освежится. Ну, ребята, теперь фен против ведьмака. Ну, Геральт, награда твоя. Пусть тебе служит. Милздари, наше здоровье. Прям как после битвы под Ох и нажрались мы тогда. Все поле битвы заблевали. Верхом на шлюхах и в рай. Вот наклюкались. Сколько живу, а такого не видал. Чего не видел? Такого зрелища. То есть? Ежели не помните, тем лучше для вас. Я бы лучше вспомнил. За несколько аренов я, может, что и скажу. Слушай, я ведьмак, и меня здорово мутит. Говори, не то пожалеешь. Ладно, ладно. Сходи в бордель к мамке. Она все расскажет. Зачем мы таскаем это добро, если пол закрыт? А, начальник? Помогите! За мной, мутант! Давай играть в солдатов с Катаелей. Ну и порядки тут у вас.
краснолюдские кузнецы. Эльфы отираются среди пыли. Вот что интересно. Чего? Что же это вот этакий ведьмак жрет? Не пропусти слева! Слышала про новую позу? Ведьмак и струга. Нет, расскажи. Привет. Чем могу тебя порадовать, кавалер? Кажется, ты лучше всех знаешь, что тут вчера творилось. Лучше не спрашивай. Рассказывай. Ничего не бывает даром. В борделе тем более. Ладно, говори. Вы пришли сюда впятером. Лучше сказать, приползли на карачках. Я полз? А как же? Один из этих синих заказал пятерых девочек. Я дала самых лучших, потому что вы хорошо платили. И что дальше? Тут началось самое интересное. Вместо того, чтобы трахаться, как полагается, вы сели верхом на моих девочек и велели вести вас в порт. Быть такого не может. А ты спроси эту девку в мундире. И Бьянка тут была? Была, была. Пробовала вас удержать. Да где там? Подожди, пока у нас... Гляди, зенки выпадут. Мутант! Что? Я разговаривал с мадам. Это все правда? Я пыталась вас успокоить, но вы уперлись, что верхом на шлюхах переплывете реку. Ничего не вышло, но вы пытались. Несколько часов. И что потом? Ты заявил, что решил стать солдатом синих полосок, и тебе нужна татуировка. Какая еще татуировка? Как у нас. Ну, мы и сделали. Вот дерьмо, где мои вещи? Ты их раскидал тут везде. Я все сложила в сундук у окна. Спасибо, Бьянка. Говорили, я псих, а теперь землю жрут. Как ты оказалась в синих полосках? А что? Ну, ты красивая девушка и... И что? Я не дворянка и не купеческая дочка. Мордашка у меня смазливая, верно? Только что мне светит? Быть прислугой в придорожной корчме? Или трудиться, не покладая рта, в борделе вроде здешнего? Лучше уж эльфам горло резать.